Привет, ребята! Сегодня у нас серия Гелендваген 6х6, тот, который Брабус в желтом лимоне. Будет! В этой серии я хочу вам показать, как мы будем краситься, как мы обработаем днище. И самое интересное, расскажу вам, где же мои модные диски, но это чуть-чуть позже. Начнем! Ну что, ребята, вот и пришло время нашего Брабуса скинуть кузовок и обработать днище. Значит, старый грунт я замотовал машинкой 240-й наждачкой. Ну, для того, чтобы Раптор у нас просто не отклеился. Ну, не замотованный грунт, он же полуглянец, и не к чему цепляться. То есть агдезия будет очень плохая. После того, как замотовал некоторые протиры, я подгрунтовал тем же эпоксидным грунтом. Значит, в течение часа он подсыхает, и мы можем наносить Раптор. Но перед этим у нас не был прогермечены швы. Я их все положил, и пальцем, где-то кисточкой, где-то шпательком резина все размазал для того, чтобы сварочных швов и между трубой и металлом, да, не выступало в дальнейшем ржавчина. В общем, ребята, дали мы час времени нашему герметику подсохнуть. Когда он уже стал дубовенький, мы готовимся накрывать Раптором два слоя. На улице темень, а мы дубасим, потому что через два дня, ребята, покраска. Ребята, вы часто спрашиваете: Санек, а как ты добился такой классной покраски на расширитель Харек 6х6 и 4х4? Такая микрошагренька. Это что же Раптор? Все очень просто, ребята. Идемте, я покажу, чем я красил. Заходим на сайт Е-каталог. Пишем краскопульты. Вот у нас все пульверизаторы, которые доступны. Выбираем подходящую цену. Вот, к примеру, от 830 до 1069 гривен. Все магазины, которые есть по Киеву. Значит, пульверизатор, вот по цене он более-менее адекватный. Меняем сопло, покупаем у этого же магазина сопло 2,5 дюза. Ставим и начинаем красить. А вообще, ребята, очень удобный сайт, можно почитать отзывы, сравнить цены и найти для себя что-то нужное. Вы часто еще спрашиваете: Санек, каким оборудованием вы работаете? У вас же такие нагрузки бешеные, какие болгарки там выдерживают, какие дрели? Я вам так скажу, ребята, что сильно другое мы ничего не берем, потому что оно все реально под нами дохнет, забивается стружкой туда-сюда. Нам сейчас посоветовали новую фирму Днепро М такую. Мы уже у них заказали болгарки, круги зачистные, сверла, шуруповерты, сварочные различные перчатки. Ну, в общем, немножко заказали, попробуем и посмотрим, ну, как оно себя в жизни покажет. Ну, а послезавтра, ребята, мы красим Брабуса. Вы посмотрите, как наш маляр любит свою работу. Он вылизывает каждый болтик. Это болты на петли задних дверей и на, в общем, крепежи задних дверей. И он каждый болтик вычухивает, матует для того, чтобы загрунтовать и красиво покрасить. Молодец, Саша!
Короче, ребята, шовный герметик. Сейчас будем наш гелик обмазывать со всех сторон, сварочные швы. Вы спросите, Санек, что ты делаешь, зачем ты обмазываешь полностью гелик? В общем, вот это все, вот это здесь сварочные швы, вот здесь вот это усилитель под запаску. Здесь будет у нас крепиться запаска, то есть, чтобы, ну, не тарабанило, да? Сварочные швы. Понятно, что мы сплошняком не варили, потому что бы с этой стенки просто стиральная доска была бы. Ну, металл-то ж не тройка там, да, допустим, там где-то полторашка металл, чтобы его не тянуло, мы, ну, пунктирами так варили. Значит, как показала практика, в жизни, да, ну, там через год, два, три могут проржаветь сварочные швы, и мы их максимально скрываем всегда, то есть там заливаем грунтом хорошенько, а потом швы такие ложим, еще пальцем продавливаем, чтобы облегло, ну, короче, максимально защитить от влаги сварочный шов. Потом эта стенка вся зальется раптором, два слоя, и доской зашьется. Но я думаю, еще на раптор, возможно, я мовилье налью для того, чтобы оно все какое-то жирное было. Ну, не знаю, я еще подумаю насчет мовилье. Погнали работать. Ребятки, сейчас у нас уже машина полностью замыта под покраску. С дня на день мы начинаем покрасочки, ну а пока мы ложим швы из герметика, потому что старые, ну машинка что-то старая, 2001 год, они все отдулись, а там ржавчинка была. Короче, все мы это посрезали, зачистили, прогрунтовали, пошпаклевали и новые швы положили из герметика шовного. Гелик замывается для покраски последними наждачками, мы решили не терять время. Задняя часть у нас как раз она снята. Ввести в камеру на покраску. Опять очень довольный. Наконец-то у нас следующая партия гелика покрашена. Некоторые детали. Короче, капот залитый, так как я люблю просто без шагрения. Короче, цвет. Ну, сейчас смотрите. Я думаю, блин, мы четко попали. Вот только что человек был, который видел в реале 4x4 в таком цвете. Сказал, он идентичный. В общем, мы лак на этот раз взяли другой. Solid. Но в синих банках, потому что тот лак, ну как мне подсказали уже специалисты, что если большие слоя, он закипает. Этот лак не дает таких проблем, то есть нету пятен, типа мутных таких пятен, матовых, вот так правильно сказать. Вы посмотрите вот еще на боковины, это наш кузовок
он просто идеально ровный. Кто-то говорил, что вы много шпаклевки накладываете, и она будет кривая. Вы посмотрите, что делает шпаклевка. Она просто идеально как стекло. Ну что, ребята, начался третий этап покраски. Короче, загрузили наш гелик, едем в камеру. Ну а пока наш Гелендваген в камере готовится к покраске, я вот стою и думаю, какой же руль мне поставить? У меня же старая шляпа 2001 года машина. На руль реально отвратительно смотреть, он прямой как доска. Значит, есть у нас варианты 2015 года поставить и есть человек, который может привязать его, что все кнопочки будут работать. По сути, эти кнопки, это же бортовой компьютер. И 2008 года, вы сейчас это все на фотографии увидите, который доработанный. Ну он как бы стиль Брабус с анатомией, такой жирный классный руль. То есть давайте вместе подумаем, номер один или номер два поставить. Ребятки, наконец-то он покрашен. Вы посмотрите, какая бомба. Мне уже не терпится его собрать. Сейчас ждем эвакуатора и тащим его на базу. У нас это заняло с 11 до 8 вечера. Покраска, обтирки, покраски, сушка. Короче, все класс. Тащим. Ну что, ребята, вот он наш гелик, забрали мы его, начинаем собирать потихоньку, не спеша, каждый болтик все перепроверяем, потому что машинка-то старая, где-то там киселя, все отмываем, замки поотмывали, где-то чуть попал грунт на них, где-то за все года каких-то, я не понимаю, какие-то шмаркли там поналипали, все это чухаем, ставим, подгоняем, поставили капот уже, ну, короче, класс, пацаны, мне очень все нравится, цвет просто бомбезный, он очень шикарный, вот все, кто не заходит к нам в бокс, все говорят, очень красивый. Значит, камера, она, ну, как-то не передает, я смотрел на мониторах, ну, это совсем не то, в реале он очень жирный, покрашен очень хорошо, все проемы залиты, нигде не перепылов, ничего, покрасчик у нас очень молодец, отработал очень достойно, потому что это с 11, грубо говоря, и до позднего вечера, блин, дубасить, это несколько слоев белой, несколько слоев желтой было положить, и несколько слоев лака, вы представляете, какой это адский труд, он на лучах выложился, там мелкие наплывчики в двух или даже в трех местах, ну совсем мелкие, в таких местах, где полируется легко, ну скажем так, на мои руки легли эти пару подтечков, но я очень довольный покраской. Ребята, вы часто спрашиваете, Санек, а где же твои модные диски, ты говорил, что под оригинал изготавливаешь все такое, давайте расскажу в двух словах, значит, обратились мы в России фирму, которая изготавливает диски под заказ по своим, по нужным параметрам для меня, короче, пролохачили мне 2 месяца, в общем, с горем напополам, тяжело, но забрала деньги обратно. Заказали мы в Германии на очень хорошей фирме,
Кстати, там оказался наш русскоязычный еще и подписчик мой. Делает мне под заказ сейчас 6 дисков. Черных один в один, как оригинал. Параметры 10 дюймов и ET15 будет. Не минус, а плюс 15. Я думаю, что даже без проставок будет по ширине арок стоять. Так что ждем. Сейчас я вставлю видосик, как уже процесс идет по изготовлению наших красивых диссерей. Ну и самое важное, ребята, это у нас экстерьер, дизайн понаружи. Давайте будем вместе определяться. Я хочу карбоновые детали, некоторые накладки на этот гелик. Значит, расширитель арок я, конечно же, буду с карбона делать. Ну, потому что без этого, ну, никак. Потому что в оригинале карбон, и я хочу тоже карбон. Но я сейчас подметил, в карбоновом, скажем так, мире есть уже инновации, такие новые введения. Это клетка. Карбон, клеточка 0,8 размер клетки. Вот я заказал такие расширители. Вот по карбону я вам тоже расскажу, но это уже в конце видео будет. Заказал расширители в клеточку и хочу накладку на капот с карбона в стиле Brabus. Вот что вы скажете, не будет ли это все наляписто. Козырек у нас будет на лобовом стекле, тоже в клеточку, но это даже не обсуждается, он должен стоять, потому что у всех 6 на 6 они стоят. Значит, по передку у нас все стандарт, бампер AMG, но вместо хромированных таких деталей, вы знаете, на последнем AMG-шке такие хромовые клыки их называют, тоже хочу поставить с карбона, тоже клетка. И скажите мне, как вы считаете, нужно ли мне здесь вместо поворотника такие горбы? Я вот вставлю фотографию, как это выглядит в стиле Brabus, тоже такие горбатые. Убирается этот поворотник и две накладки слева и справа. Не будет ли это наляпистым? Я очень переживаю, потому что когда много карбона, вот натыкаешь сюда, оно же темного цвета, черное, там темно-серое. Ну, как-то так убого, наверное, будет смотреться. Вот я не хочу переборщить. И на бампер обязательно домик. Такой над номером, такой домик. Ну, он классно смотрится. То есть, я думаю, что вы меня поддержите. Почему я не взял стандарт, вот обычный карбон? Ну, я называю его стиль свитер, который связала бабушка, старый свитер. Вот мне вот этот узор, но он напоминает реально кофту. Он мне, честно, ну, отвратительный. Как-то оно такое, ну, приевшееся и очень надоело на такое смотреть. Я из-за этого взял клеточку. А клетка, она переливается вообще бомбезно, пацаны. Вот так крутишь, особенно на солнце, она такие переливы классные дает. Давайте вместе обсудим. Напишите в комментах, как будет не наляписто. И еще, ребятки, есть у нас зеркала, боковые зеркала. Сейчас можно сделать накладку тоже с карбона, вот клетку. Ну, я вот тоже немножко переживаю. Все-таки они темные, не будет ли уже чересчур, да, вот с этой мордой и с это зеркало. Ну, короче, все такое темное и карбона много. Или же все-таки светлое зеркало ставить, цвет машины. Вот тоже пишите в комментах. Ну, можно ручки еще вешать. Короче, до хрена и молдинги карбона. Но я считаю, это лишнее. Это уже такой цыганский стиль. Такой навесил все, что было дома, то и нацеплял на машину. Это уже перебор. А знаете, ребята, что самое смешное в этой ситуации? То, что я не могу найти себе хорошие, качественные накладки на карбон. Ну, скажем, карбоновые изделия. Даже не могу найти мастера, который мне реально сделает красиво, чтобы это все было не вот такое вот, да, потому что клетку где-то потянешь, она же такое вот начнет как змея быть горбатая. Я, короче, в Киев поехал, да? Там, ну, очень много фирм, магазинов различных, СТОшек, которые делают тюнинг. И, блин, понимаете, такое ощущение, что туда тупо одна какая-то фирма, которая где-то их клепает, эти накладки, всякие вот эти под Brabus на поворотники, домики, это все клепает и везет продавать. Вот туда поехало, оно все одинаково кривое. Вот, ну, как будто, знаете, с одной матрицы вытянул, и один какой-то леворукий там чмяк-чмяк надел это все. Смотришь это плетение, ну, какое-то кривое. А мало того, что кривое, еще и вот эта особенно накладка, она прогнутая. И я чуваку говорю, слушай, а у меня лужа не будет стоять реально? Ну, потому что, ну, такая яма в центре, провал. Он, тут нету, ты что, у меня дешево, кажет, дешево, аж глаза вылазят, кричит. Я говорю, да нахер мне твое дешево, $50 каких-то сэкономил, лучше $100 дороже дам, ну, нормальную, классную накладочку, чтобы все четко было. И смотришь на нее, знаете, вот вы присматриваете часто, когда карбоновые изделия покупаете, вот так на перелив ловите, и она вся вот такая вот, кривая такая, ну я вообще просто в ужасе, знаете, иногда даже очень плохо то, что ты сильно придираешься, ну, к качеству. Короче, вылезло это целой проблемой. Ну, я так подумал, наверное, я буду покупать стеклопластиковые детали, эти все изделия.
вышпаклевывать, снимать матрицы и ехать к каким-то хорошим спецам. Они есть, эти спецы, да, есть, но они, допустим, вот в салоне там тюнингуют, делают карбоновые изделия, какие-то там на Мерседесы что-то 222 делают там с полировочки. Я их видел, изготовление, детали изготовленные, да, они просто, ну, вообще красава. Но у них нету ничего на гелик. Вот, скорее всего, что я или к ним буду обращаться, или к себе какого-то человека позову на работу и будем, ну, делать уже производство своего карбона. Пока я думаю, но очень хочется качественно, потому что ты вкладываешь вот душу в 6х6 в кузов, да, в мосты, все красиво. Ну, вы же сами видите, оно все четкое, ровное, а тут на карбоне лохануться. Не пойдет так. Короче, ребята, видос буду заканчивать. Вы пишите в комментах, что думаете об этом всем. Не забудь поставить лайк, подпишись на канал. Пока, ребята. Скоро выезд, пацаны нашего лимона.